Ошибка ученика всегда о чем-то говорит. Вот нам тоже надо понимать, что ошибка — это всегда что-то значит. Как правило, это означает непонимание ученика вот в каком-либо вопросе. За этим скрывается то, что он не понял. И для нас в учебном процессе именно то, что он не понял, и является самым ценным. Нам и необходимо с этим работать. Потому что, узнав это, мы будем знать, как его учить далее. Без этого мы просто не знаем. Нам правильные и неправильные ответы не говорят ни о чем. Нам важно понять, как он мыслил. И для ученика это должно быть тоже ценным. То, как ты думаешь, это ценно. Озвучивай ход своих мыслей. И я помню, как моя, опять-таки, коллега Катя сказала, что мы должны радоваться, когда ученики ошибаются. Радоваться, не огорчаться. Я понимаю, что для нас это как вот, что, ну, как вот, пыльным мешком, наверное, по голове. Когда долгие годы мы привыкли к тому, что от ошибки в учебной работе необходимо огорчаться, нас всех это огорчает, ну как это так? Вот только объяснила, ну вот только объяснила, и вот бабах, 35 учеников, и все, например, ошибались, да, или неважно, какая-то большая часть. А для нас это должно стать сразу же таким звоночком. Так. Что происходит? Потому что в тот момент, когда мы все красиво объясняли, они вот это вот красивое объяснение в готовом виде себе в голову не приняли. У них активизировалось там что-то свое. И потом они вот это вот свое отобразили. И вы увидели. И поняли. Не сходится. И вот с этим надо работать дальше. Именно поэтому, друзья, ученик активно должен сам создавать, напрягаясь, прикладывая усилия, знания в своей голове. Именно поэтому он должен быть активным на уроке, а не мы. Действительно, в тот момент, когда ты объясняешь, возникает иллюзия, что все понятно. Даже я сейчас говорю, и мне кажется, что вы слышите ровно то, что я говорю. Но эту иллюзию надо с себя снимать. Это не так. Потому что в это время у вас активизируется что-то свое, срабатывают какие-то триггеры, воспоминания, примеры. Тут не состыковка, здесь вы не согласны, здесь вы не понимаете. Это все сейчас происходит в вашей голове, когда вы слушаете меня. И потом ждать от вас, я не знаю, хотя бы даже идеального изложения того, что я сказала, или, я не знаю, правильных ответов на вопросы относительно того, что я сказала, это, ну, не имеет смысла, не это есть задача. Если важно, чтобы это знание об ошибках было в вашей голове, для этого мне нужно, чтобы вы работали, чтобы вы прикладывали усилия. А это вы сможете сделать через те задания, которые я для вас сконструирую, спроектирую. Когда вам нужно будет что-то внедрять в практику, что-то делать по-другому, что-то делать неудобно и так далее. Вот тогда происходит обучение. И тогда вот в этот момент вы ошибаетесь. Вы объясняете, как вы думали. Я вижу, где, так вы связали с этим случаем, с этим примером. И тогда я понимаю, какой контрпример надо привести, какой аргумент, какой, я не знаю, какое еще объяснение, какую таблицу, какую инфографику и так далее представить для того, чтобы теперь у вас еще полнее картина была о каком-либо понятии.